Привет-привет. Хотел сказать доброе утро, но нифига уже не утро. Время второй час дня. Что-то с утра я была так занята, и даже снимать не было ни времени, ни возможности. Это задний фон бесится. А что за окном? Дожди, дожди. Надо и вот эти тоже подсобрать, помидорки оставшиеся. Потому что там они не вызреют. А здесь они, смотрите, лежат у меня спокойненько и дозревают. В тепле, в темноте. Красота. Ну, какова красота? Вот эти тоже надо подсобрать, потому что толку от них на улице уже не будет. И выйти патиссоны надо собирать. Ну, короче, девочки, в дождь не хочется идти, но надо. Надо сходить все это сделать, потому что ветер, смотрите, капец. Зато урожай радует. Грею супчик. Сейчас буду обедать. Давай, фокусируйся. Фокусируй мой супчик. Ну, короче, самые обычные. Тефтельки, картошечка, морковушка, лучок и специи. Дульсинея, поздоровайся. Ну, она мысленно здоровается. Там девочка бесится. Не может дверь открыть. Начинает ее дергать. Набирать все в подряд. Смотрите, вот с малолетства, да, человек привыкает к тому, что если что-то не работает, это надо сломать. Ну вот как? Скажите мне. Как это возможно? Так и живем. Так, ладно. Не будем нравоучения, скатываться в нравоучения. Котики бесятся, насаются, погода плохая. А я пошла работать, обедать и рабочими делами заниматься. Вам хорошего дня, отличного настроения. Здесь стоит долбится в дверь. Я не знаю, кто это. Если бы я знала, я бы, может, позвонила родителям. Но я не знаю, кто это. Ладно, все. Я пошла обедать. Смотрите, как траву объели. Даже вон изнутри выели все. Я на самом деле в одну, я аж в три сажаю, три таких плошки, в одну посадила заново, чтобы свеженькая была, как раз оттуда едят, свеженькая появится. Ну что, укропчик, ну вот так вот уже, а петрушечка затормозилась. Ну я вижу, что они наклюкиваются, но в такую погоду... Может, что-то вырастет. Девочке стало скучно, и она решила намусорить.
Я бы на фильмов пересмотрела. Где можно так просто дверь открыть? Все, ушла. Это при том, что я один раз уже сделала замечание, что не ломай дверь, позвони, кто тебя должен встретить, кому ты пришла. Девочка не стала со мной разговаривать. Ладно, бог с ними, с чужими детьми. Мой супчик. Я обедать. То есть какие-то страсти, мордасти творились. Капец. Смотрите, какой капец. Это соседи. Видимо, опять повздорили. Да так повздорили, что побили окна. Жесть. Вот так вот. Люди живут полной жизнью. Смех и грех, конечно. Все, я на этом влог закрою. Я поеду по делам. А вам отличного дня, хорошего настроения. И ждем бабье лето. Ждем, ждем, ждем. Прям вот. Что-то как-то я не готова к осени. Я совсем не готова была к резкой осени. Дожди эти, холод, дубак. Боже, какой дубак вечерами в квартире. Приходится включать обогреватель. В общем, бабье лето. Мы тебя ждем. Все, девочки,